Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан имеет большое значение для всего региона. Такого мнения придерживается депутат Таир Заев. Это вторая по счету поездка турецкого лидера на деоккупированной территории. Совместное участие президентов двух стран в открытии первой воздушной гавани освобожденного Карабаха демонстрирует нерушимое единство Баку и Анкары. Азербайджан Турция кардашлыгы даимиди эбедиди. Ве Турция... Дружба и братство между Азербайджаном и Турцией вечны. Анкара поддерживает Баку во всех вопросах. В Зангелане президенты двух стран продемонстрировали намерение укрепить союзнические отношения. Международный аэропорт Физули, Зангезурский коридор и другие проекты принесут выгоду не только Азербайджану и Турции, но и всем региональным странам. В первую очередь речь идет об Иране, Армении, Грузии и России. Если эти страны используют возможности данного коридора, то они укрепят сотрудничество и усилят свою экономику. Депутат называет историческим событием закладку фундамента Зангезурского коридора. Таким образом, основная часть Азербайджана будет связана с Нахчеванской автономной республикой и Турцией по железной автомобильной дороге. Новые пути откроют дополнительные экономические и торговые возможности. Зангезурский коридор – это, без сомнения, проект международного масштаба. Даже в Китае и Великобритании сейчас говорят о значимости Зангезурского коридора. Специалисты из этих стран поддерживают данную инициативу. США также выступают за разблокирование транспортных коммуникаций на Южном Кавказе и открытие коридора через Зангезур. Коридор имеет не только экономическую значимость, но и политическую. Это некий фундамент новых дружеских отношений в регионе. Мы 30 лет жили в состоянии войны с Арменией, а теперь Ереван может получить выгоду от проектов, реализуемых Азербайджаном. Для нормализации отношений есть одно препятствие – это нерешительность Еревана. Армения, судя по официальным заявлениям руководства этой страны, не торопится выходить из экономической блокады, в которой она оказалась по причине своей захватнической политики. По мнению экспертов, в Ереване все-таки есть понимание выгодности Зангезурского коридора, но ему противостоят сторонники реванша. Азербайджан и Турция, в свою очередь, неоднократно заявляли, что готовы конструктивно ответить на любые позитивные шаги, направленные на установление прочного мира.